Привет, ребята, мы на канале Kitchen TV. Сегодня мы открываем пингвинов. Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот прикольная горка для пингвинов. Будем сейчас ее открывать и смотреть, что там. Да. Давай. Доставай, да доставай. Там что, пенечки? Они уже с батарейками надо. Наверное. Ой, это много всего. А ты знаешь, что эти пингвины уже сами есть? Ну, сейчас мы все узнаем. Ну, посмотри тогда. Ух ты! У них есть колесики. А какие, вы видели, смотрите, здесь такие пингвинчики. Сколько? Три пингвинчика, да? У них есть черный, красный. Колесики. Колесики у них есть. И зелё... Ой, синенькие. Вот такие классные пингвинчики здесь. Они с колесиками. Ой, какая классная лесенка. А ну покажи лесенку. Еще тут есть такая чудесная лесенка, которая поет песенку. И тут такие вот выезжают. Видите, она двигается. Сейчас, видимо, там будут пингвинчики кататься. Прикольно. Давай сейчас соберем сначала все. Давай, Катюш, соберем. Так, как он тут собирается все это? Мама, смотри! Ой, сейчас упадет, надо же горку сначала поставить. А то упадет. Выключи пока, сейчас мы соберем сначала. Дай мне, пожалуйста, лесенку, будем собирать ее. Давай, выключай. Так, держи пингвинчиков, чтобы они не разбежались. Что у нас такие пингвинчики убегают сразу. Хитрые пингвинчики. Давай, ты пока клей наклеечки на флаге, а я буду собирать горку. А как нужно? Мам, покажи флаг. Ну вот, вот берешь флаг и клеишь наклеечку на него. Любой? Ну конечно, любую, какая тебе больше нравится. Какая куда тебе понравится, такую туда и наклей. Так, вроде бы готово. Так, вроде бы получилось собрать эту горку. Смотрите. Вот такая чудесная у нас лесенка и горка, по которой сейчас будет ездить пингвинчик. И сейчас мы еще поставим флаги. Да? Давай. Вот эти два флага, красненький и голубенький, можно уже брать. Красненький и голубенький можно брать. Хорошо. Вот, ставь сюда. Ставь. Поставила? Ну все, запускай пингвина. Да. Включай. Включаю. Так, пусть он съедет. Сюда поставь, чтобы он съехал. На лесенку. Давай следующего. Давай. И поднимается. Ой, красненький сюда. Здорово. Вот это игрушка. Вот это я понимаю. Здорово. Вам нравится, ребята? Посмотрите, какая замечательная игрушка. Можно сидеть и смотреть, как они там, эти пингвинчики, катаются. Да? Я тоже так хотела. Ты тоже так хотела? Но мы же в аквапарке недавно были, там катались на горках, помнишь? Я такую игру хотела. А, игру хотела, понятно. Веселые пингвинчики, замечательная игра. Здорово. Все.
Вот такая вот чудесная у нас горка для пингвинов. Всем пока, ребята, и подписывайтесь на канал Kids TV. Пока-пока. Всем пока. Будем играть. Давай. Пока.